край белорусский спрадвеку, где такие ты фарбы знайшоў, люстраные озеры и реки, аксамитные тени дубров. Твои песни, гарызные словы, я с юнацтва всем сердцем люблю, як свою белорусскую мову, як моей Беларуси землю. Приветствуем тебя, наш синеокий край, пускай поет в твоих просторах ветер. Тебе в грядущее маршрут великий дан, об этом знают все, и ты об этом знай. Сегодня знаменательный день нашей страны. Вечане поздравляют всех жителей миролюбивой и гостеприимно-дружественной Беларуси с праздником свободы, суверенитета и независимости. Мы все вместе желаем нашей Родине расцвета и благополучия, которое и вершим мы вместе. Родима, зернем ты засеяна, твоими тешимся угоддями, и добрынёй ты не обделена, живи, красуй тысячегоддями. В нашей стране много значимых, красивых, больших и малых городов и деревень, вошедших в ее славную летопись. Но мы, личане, по праву гордимся своим исторически древним и с каждым годом молодеющим городом. Наш Лидский край – край светлой дивной казки, край белютких буслов и живой водою крыниц, и он усих оттуляя пяшчотой и лаской, а его працавитость, рубливость не мают границ. Сегодняшнее поколение личан – потомки и достойные преемники известных предков-основателей нашего славного города. С честью несут свое трудовое знамя и знамя нашей страны. Поздравляют Беларусь с праздником независимости. Открытое акционерное общество «Лидский литейно-механический завод». Учреждение образования «Лидский государственный профессиональный лицей мелиоративного строительства». Учреждение образования «Лидский государственный профессиональный политехнический лицей». Дочернее предприятие «Минойтовский ремонтный завод». Филиал номер 413 открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусьбанк». Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница». Открытое акционерное общество «Лида Агропроммаш». Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш». Открытое акционерное общество «Лида Нефтепродукт». Филиал «Лидский хлебозавод» открытого акционерного общества «Гродно Хлебпром». Открытое акционерное общество ТПФ «Лида». Открытое акционерное общество «Завод Оптик». Открытое акционерное общество «Мебельная фабрика». Локомотивное депо «Лида». Открытое акционерное общество «Лида Пищеконцентраты». Открытое акционерное общество «Лидское пиво». От
открытое акционерное общество «Лакокраска». Завод горячего цинкования «Конус». Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт». Открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат». Лидские тепловые сети, филиал республиканского унитарного предприятия «Гродная энерго». Лидские электрические сети, филиалы республиканского унитарного предприятия «Гродная энерго». Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Государственное лесохозяйственное учреждение «Лидский лесхоз». Страна моя! Родная Беларусь, пусть над тобой всегда свободно реет флаг. В нем радостно слились цвета, которые нам всех милее. Зеленый – цвет полей, лесов, лугов. И красный цвет – цвет жизни и надежды. И белый цвет, как символ всех веков, хранящих в сердце верность и любовь. Для торжественного приветствия и открытия праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости Республики Беларусь, на сцену приглашается председатель Лидского районного исполнительного комитета Михаил Константинович Карпович. Уважаемые лидчане и гости нашего региона! Сегодня мы отмечаем всенародный праздник – День независимости Республики Беларусь. Наша дорога к самоопределению была долгой и трудной. Белорусские земли не раз опустошались в ходе вражеских нашествий, но всякий раз трудолюбие и старательность нашего народа поднимали его с колен. Десятилетия отделяют нас от того дня, когда вероломный агрессор вторгся на нашу землю и началась Великая Отечественная война. Дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые освободили страну от фашистских захватчиков, завоевали свободу для своего народа, отстояли независимость Родины. День независимости – это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности, гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Этот праздник – символ единства нашего общества, мира и стабильности, мужества и героизма, преемственности поколений, уважения традиций, позволяющий сберечь и приумножить все доброе и ценное, накопленное старшими поколениями ради будущего. За годы независимости Беларусь добилась достойных результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Она стала островком безопасности и миролюбия. Здесь у граждан есть все возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей. Уважаемые лидчане, сегодня все мы несем ответственность за то, чтобы наша страна была сильной и процветающей. Люди жили комфортно, благополучно и безопасно. Поэтому важно слышать и уважать друг друга, стремиться к взаимопониманию,
объединять общество вокруг позитивной созидательной идеи. Государство с таким народом сильно и непобедимо. Примите мои искренние поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Пусть в душе каждого из нас будет много места для любви к своей родине. Пусть сила духа предков принесет благополучие, даст силы для больших достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость белорусской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь любви, веры и надежды, а в семьях царит уважение, достаток и благополучие. Счастья вам и процветания! С праздником! В честь празднования Дня независимости Республики Беларусь поднять государственный флаг Республики Беларусь! Город Лида! С праздником, Беларусь! Сегодня солнце нам радостью светит, залило ясным золотом день. Я хочу просевые столетия у минувшины даль поглядеть. Беларусь! Ты крыница памяти, кожный куток бы легенда живая. Белая вежа темры хавается, стоит каложа, як свет старая. Шептом воды своей каски рассказывая, нароч, душа Беларуси моей. Мир и не свиш докарают, доказывают, памятью нашей на свете живем. Корни зарождения нашей Беларуси уходят в глубокую древность каменного, бронзового и железных веков. Как жили наши предки, мы можем узнать только по археологическим находкам и представить в своих фантазиях. Но мы уверены в том, что они любили свою кормилицу землю, возделывая, отдавали ей свои почести.
Первое летописное упоминание о Полоцком княжестве относится к IX веку нашей эры. Это начало мощного развития и прогресса средневековой Беларуси. На берегах Двины и Полоты около 1110 года появилась на свет девочка Предслава, которой суждено было стать одной из самых замечательных героинь белорусского народа. Наша историческая знаменитость Ефросинья Полоцкая, просветительница, первая женщина в Беларуси, признанная святой, была не только волевой, всесторонне грамотной и многогранно талантливой личностью своего времени, но и своеобразным знаменем борьбы палачан за свою независимость. Для колыски кожного новорожденного з'являются чаровницы и пророчать ему лёс. У некоторых не з'являются. У тех, кто после и аж до конца и пальцем не ворухнет для огульной справы. У тех, кто только для себе. У остатних з'являются. Мы заусёды стоим для колыски и тех, кто допомагает не только людям, а целому народу заховывать и берегчи его духовный скарб, традиции и творчесть. Каля тих мы завсёды. А які вы судите ему лёс? Самый славный. Наповнены невычерпной крыницей натхнення. Ён будзе годами блукать у потемку. И выйдя на святло. И ослепне от его. И выведя на его и інших. Чуете? Нам скоро зникать. У туманы, пуши, дозор. Ночка темная на свете, вечно не пануе. Зерни кинутое в небу, сходит ды красуе. Зерни кинутое в небу, сходит ды красуе. Наша зерни, наши думки, не загинуть в лету. Блиснуть краской непоблеклой вечных огня цветов. С добрых думок, что мы кинем на своим дерване, будет внукам нашим жнива доля панования. Будет внукам нашим жнива доля панования. Я крывинка твоя, крывиночка, я былинка твоя, палачанка, я б надпожня тужливая чайка, я шаную тебе, родима, я крывинка твоя, Ефросинья. Ты гляди на шадок за своей краиной, бийся до пошней кропельки крыви. Як красу каханые девчины, збиражи ты моц своей земли. Мощная держава, Великое княжество Литовское, Руйское и Жимойское внесла
в нашу историю новое развитие. Еще одна глава нашей истории. Великий князь литовский Гедимин не только значительно расширил границы княжества, но и мирным путем соединил почти все белорусские земли в единое государство. Особое возвышение развития княжества получило во времена правления князя Миндовга. Сменяли события друг друга, рождая и унося героев своего времени, но во все века на земле жила любовь. Что чутно? Чи дав Міндов новаградські згоду ливонцам? Так, яны пропонували йому корону. От гэтага не адмовиться. Да я б и сам не змог. А лишь яны обіцали йому войска. А калі Міндов устане на чале дружини железнобрухих, то ніхто не утримається. Ён і так, кольки годов життя не дає. Ці не хопіць? Твоя правда. Час новаградскому князю спыніцца. Але хто спыніць? Калі не самі, дык ніхто. Што ж, справімся самі. Быть звар'яцела, что пошла супрать мужа. А может, звар'яцела, что скорылася. Але корона! Яму ж так потребна гэта каштоўная цацка. Княгиня, беда! Что с Міндовгам? Яго только что спробовали забить. И он живы? Так, але невядома, ці будзе жить. Дык хутчэй за лекаром! И он не повинен померти, не повинен. Мой муж не может померти, бо и я помру без его. Боги мои, ахоуники, вы ж не возьмете зараз его житё. Он же столько еще повинен зрабить для вашей земли. Так нехай он живе. Бог византийский, ти римский, ти які ты там есть. И он збудовал тебе церкву. И он шановал тебе так, як и своих уласных богов. Ты не позвал его життя. Боги мои и чужие, я шановала усіх вас. Так не возьмите у меня мужа, не зайте ему загинуть. Коли вам так треба, возьмите мое життя, а ягоное покиньте. Хай его боль стане моим, моя кровь прольется замест его крови. Боги, заберите меня замест его. Жонка моя, расплющи очи,
вдох. Уставай же. Не, я больше не устану, Мендух. Але ты не можешь померти. Твои раны занадто болять мне, кахан. Не. Я помираю от них. Не, чекай. Як я без тебе? Так, як и со мной. Будешь жить и смагаться. Ты ж все життё смагался один с усім светом. Хутка отрымаешь корону. Шкода, что не убачу тебе королем. Даруй, каханы, что перешкоджало стать им. И ты даруй мне, Марта. Мне час уже отдыхать. Не, почекай. Час. А ты живи за себе и за меня. Герой, перемагай, будь коронованы. Благослови мне, Марта. Благословляй. Марта! 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 Иди уже! Мабуть, мне хутка. Час отходить. Каждый народ имеет право гордиться своим культурным наследием и талантливыми людьми. 15 век принес Беларуси великую знаменитость, имя которой Франциск Скорина. Уроженец древнего Полоцка, ученый, выдающийся философ, просветитель и гуманист, писатель и поэт эпохи Возрождения вошел в белорусскую историю как отец восточноевропейского книгоиздания. Именно он в 1517 году впервые издал Библию на старобелорусском языке. Франциск Скорина был не только сыном своего времени, прежде всего он был сыном своей родины. И в этом году белорусскому книгопечатанию ровно 500 лет. Живе его слово, у им дух отраджения, молитва за мова супроть отчужения. Хвала тебе, мати святая, краина, что ты народила прамудрого сына. Немало народов с крыниц его пила и брала от мудрости вечный огонь. У литерах перших знаходячи силу, ты славна земля, что векам народила такого выдатного сына. Казав син Лукаша з Полоцка вученим мужам у Падуї: «Дякуй за ведав незгасне полымя, пойду земляков им радовать. Усе до мястин тих, где народилися, великую ласку мають». Мужи вученые погодилися, что так сапраўды бывает. Белая Русь славу хаймая з ласки свайго вандроўніка. Ледь сошамлю примруженные в очи, пригадывается Полоцк, родный дом, звена луською сребною плюскоча, учовен бьется головою сом. Крыжи Софии в огненной искраться, за полотой пастух гуде у рог. Напевно, людям треба нараджаться, каб нести щодро по земли добро. А до добра еще доуметься треба, стать у житці надзейна на крыло. Под краковским и падуанским небом запасить веды, спрыт и ремесло.
людское сердце радостью уразить. Одразу змог один и счастный миг, як со станка плыли у злата празе цаглинки перших белорусских книг. Няма на свете справы непосильной, хоть у поднебьи кропля с кропляв мы. Я ще вспомин, у войстрадаха и вильни кладу у кайстру новые томы. И бачу, раз недолгие стагодзи, як над моей священною землей рей книжный уладар накарагодить и чистенёй одорвая своей. Хоть и тяжко было у житти, и не был санцавеем согреты, ён упарта зярняты растил белорусской народной осветы. Книг его крылатых святло будет зять праз веки, и он посею мудрости зерняты, каб свет познали земляки. Немало народа у скрыниц его пила и брала от мудрости вечный огонь, у литерах перших знаходячу силу. Ты славна земля, что векам народила такого выдатного сына. Новая эпоха на белорусских землях началась в середине 16 века с появлением Речи Посполитой. Наши предки чтили и хранили свое наследие, закаляли свою волю. Шли года, сменялись столетия, оставляя немало исторических событий и выдающихся личностей. Среди них те, что взошли над землей нашей и по сей день освещают ее светом веры, разума и добра. Якуб Колос, Янка Купала. Каждый, кто слышит эти имена, понимает, насколько богата, величественна и прекрасна во всем земля белорусская и народ ее. Я буду молиться и сердцем, и думами. Распятою буду молиться душой, как черные доли заметелится в шумами. Уже больше не шалели над родной землей. Я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Я буду молиться ясного соника, несчастных зимой согревать и ратин. Привет на посбожных гуляющих гониках, частей заглядать и до темных хатин. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Святою буду молиться душой, как черные доли заметелится шумами, не выли над родной землей над тобой. Молюся я небу, земли простору,
свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. И вновь новая эпоха. Союзы 15 братских республик, союзы созидания и стойкости для общей победы в Великой Отечественной войне. Огнем нам влиться.
Сегодня, 3 июля, мы отмечаем и день освобождения нашего народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Этот праздник мы величаем как день гордости и радости за победу и день памяти о погибших в те военные годы. Мы благодарны за героический пример всем, кто сражался за свободу нашего народа. В память о защитниках, погибших в годы войны, личане по традиции возлагают цветы кургану бессмертия. Причудливы дороги у войны, озлоблены черты ее лица, но в памяти людской сохранены все павшие в дожде ее свинца. Память отдавших жизнь во имя защиты родной земли почтим минутой молчания. Как дань глубокого уважения за подвиг белорусского народа, сегодня мы возлагаем цветы памяти кургану бессмертия. Пусть останется в памяти прошлое, юность пусть возвратится к мечте. Процветай, Беларусь, моя родина, будь достойной страной на земле. После войны началась эпоха восстановления. Это новейшая история страны в составе СССР. Новые свершения, которые отмечены знаковыми событиями в общественно-политической, научной и социальной жизни страны. И новые герои мировой величины, прославившие наш народ, чьи имена сегодня знает каждый. Нашими знаменитыми соотечественниками мы будем гордиться всегда. Это было время прорыва мирных мировых свершений на Земле и в космосе. Беларусь готовилась вступить в новый век. Пробачьте давние стагоддзі, што патрывожылі ваш пыл, што абмінуўшы змрок даўнін на вечша вашае прыводзім, сяброў мы з нашых далячын.
бывайце даўнія стагоддзі, мы зноў вяртаемся ў свой час, дзе над галовамі ў нас, як радасць сонца светла ўсходзіць. Деда успокон веков нам засталася спадчына поміж своих и чужаков. И она нам лаской матчиной объёй мне бают казки сны весенние проталины. Шелест веросны и у поле дух опалены. Объёй мне будет успомин на липе бусел клёкотом и той старый амшалый тын, что лёг ля вёсок покотом. Объёй мне бают казки сны весенние проталины и шелест лесу веросны и уполи дух опалены. И тое нудное огнят бляя зона пазбіши и крик вороненых громад на могилкавым кладбіши. Живе з ёй дума их сям'я и сніть з ёй сны нязгодныя. Завецца ж спадчына моя всяго всяго сторонкой родною. На стыке веков в преддверии космической эры наши дни, наше время и события, свидетели которых наше поколение. 27 июля 1990 года Верховным Советом БССР принята декларация о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики и 25 августа 1991 года декларация о суверенитете дан статус конституционного закона, фактически провозгласившего независимость БССР. 19 сентября 1991 года принято название государства – Республика Беларусь.
1994 году в Беларуси состоялись выборы первого президента республики в истории независимого нашего государства. Принятие Верховным Советом новой Конституции, парламентские выборы и первый в истории суверенной Беларуси референдум, установление государственного флага и государственного герба, новое начало жизни нашего общего независимого государства, начало которое сегодня мы достойно продолжаем. Краткие эпизоды истории нашей Беларуси – это лишь маленькие звездочки в бесконечной вселенной. Но это и наша с вами жизнь сегодня. Что мы оставим своим потомкам? Будут ли наши наследники через века также помнить и чтить поименно кого-то из нас, зависит только от нас самих. Мы, беларусы, всегда будем гордиться своей родиной. Земля моя, земля отцов и дедов, земля Купалы, Колоса земля. Туман озер целует косы вербам, здесь я живу, здесь родина моя. Земля моя, ты колыбель талантов, что в мир приходит с криком журавлей, край белых роз, певцов и музыкантов, пусть радость дней касается души твоей. С гостиным столом, шатер полный медовым вином. Беларусь, край, где я обдымаю сябром, где меня знов и знов лишь с дальних шляхов. Беларусь, мир белых буслов. Речка дрожить, полненькая, чистой живою водой. Бьется она тоненькая, жилкой на скроне моей. И я долю свою колышу, как счастливо на свете прожить. Она бежит, сум на душу, ну ты речка ж бежит. Беларусь, белый край под муслиным крылом, родный край, родный дом, дом с гостиным столом, шакой полной медовым вином. Беларусь, край, где я обдымаюся бром, где мне знов и знов крича с дальних шляхов. Беларусь, верх белых буслов. Свете прожить, а она бежит, сум на душу, ну ты киречка ж бежит. Беларусь, белый край под муслиным крылом, родный край, родный дом, дом с гостиным столом, шатер полный медовым вином. Беларусь, край, где я обдымаюся бром, где меня знов и знов крича с дальних шляхов. Беларусь, верх белых буслов. Беларусь, белый бусел махнул мне крылом, и меня знов и знов
снов, крыша с дальних шляхов, Беларусь сверх белых буслов. И мене снов и снов, крыша с дальних шляхов, Беларусь сверх белых буслов. От начала веков добротою пронизана, на просторных широтах раскинув свой путь, есть земля, что в сердечных молитвах прописана. Есть земля, чье название Беларусь. От начала веков и до нашего времени на просторных широтах раскинув свой путь, есть земля, на которой рождается новое время. Есть земля, чье название Беларусь. На протяжении многих лет в мире и согласии с другими народами живет и процветает наша Родина, Беларусь, богатая своими традициями, достижениями, историей и культурой. Самое весомое богатство страны – это люди. Именно они своими делами создают ее историю. И мы гордимся земляками, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись Лидской земли и Беларуси. По доброй традиции мы начинаем церемонию чествования почетных граждан Лидского района в честь празднования Дня независимости Республики Беларусь. Для церемонии на сцену приглашается председатель Лидского районного исполнительного комитета Михаил Константинович Карпович. Под аплодисменты всех присутствующих на сцену приглашаются почетные граждане Лидского района. Гордеенок Петр Григорьевич. Журавский Александр Александрович. Просим оставаться на сцене, пожалуйста, не уходите. Казаков Валентин Федорович. Кондратов Виктор Демьянович. Коренюк Александр Александрович. Петр Петрович. Мамчит Станислав Иванович. Владимир Яковлевич. Мы поздравляем вас с праздником, желаем вам здоровья, мира, добра и успехов. И по традиции, конечно же, совместное фото на память. Мы приглашаем почетных граждан занять свои места в зрительских рядах.
Аплодисменты личан и гостей города звучат в вашу честь. Пусть ваша чуткость, доброта, сердечность не иссякают много-много лет. Пусть люди ценят вашу человечность и тем же платят вам в ответ. Спасибо вам! Мы продолжаем церемонию награждения. Почетной грамотой Лидского районного исполнительного комитета награждаются Амброс Елена Станиславовна, заместитель директора по внешнеэкономической деятельности и реализации продукции Открытого акционерного общества Лидский молочно-консервный комбинат. Лукевич Елизавета Дмитриевна, педагог-организатор государственного учреждения образования средняя школа номер 6 города Лиды. Козлов Родион Игоревич, главный конструктор открытого акционерного общества Лида Агропроммаш. Гвардии подполковник Кривец Александр Сергеевич, начальник штаба, первый заместитель командира 116-й гвардейской краснознаменной Радомской штурмовой авиационной базы. Вернитесь, пожалуйста, на сцену. Манейко Максим Янович, старший техник отделения пограничного контроля Лидского пограничного отряда. Илюшкевич Юрий Станиславович, индивидуальный предприниматель. Мязитов Рамиль Рахимжанович, шлифовщик стекла и стеклоизделий экспериментально-художественного участка открытого акционерного общества «Стеклозавод Неман». Народный ансамбль песни и танца «Литчанка» государственного учреждения «Дворец культуры города Лиды». Руководитель Тишко Ольга Викторовна. Парченкова Алла Михайловна, художник первой категории открытого акционерного общества «Торгово-производственная фирма Лида». Рута Лариса Владимировна, преподаватель учреждения образования Лидский государственный музыкальный колледж. Савенков Виталий Викторович, директор общества с ограниченной ответственностью «Катмит Инжиниринг». Синевич Игорь Павлович, начальник ремонтно-строительного производства Лидского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Мы поздравляем вас с праздником! По традиции, совместное фото на память. Мы приглашаем вас занять места в зрительских рядах. В вашу честь звучат эти аплодисменты. Во все времена и века судьбой своей и своими делами мы прославляли нашу землю.
благословляли и преданно любили наш родной край, нашу личину, нашу Беларусь. И сегодня вместе с трудовыми достижениями и подвигами свою независимость мы освещаем неугасаемым светом мира и добра и передаем ее наследие будущим поколениям. Из седых веков наш старинный род. Я родился здесь, это мой народ. Очи синие, руки сильные, нивы щедрые, изобильные. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. А родни у нас всех не счесть дворов. Не счесть дворов. Вы одна семья, сила, будь здоров. За столом у нас место есть для всех. Хлеб и соль, дружбу и успех. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Ночь купальскую пойте, соловьи. Мы найдем цветок счастья и любви. О, счастья и любви. Улыбайся, день, пой, играй, душа. Белорусская, белорусская песня хороша. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Земля белорусская, домотканными рушниками, дорогами простирается твоя история из глубины веков. И предстает перед нами славной дорогой в будущее. Под флагом мира и справедливости, достоинства и чести, борьбы и открытий. Под флагом наших побед. Для праздничного поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь на сцену приглашается председатель Лидской районной организации Общественного объединения «Белорусский фонд мира» Миранцов Виктор Константинович. Личане, уважаемые гости, я искренне и сердечно поздравляю вас с этим светлым, радостным и ярким праздником Днем Независимости. Доброго здоровья, настроения, удачи и благополучия. Пусть свершаются все ваши желания и чаяния. Медалью «Почетный миротворец» награждается Бушляков Валерий Николаевич.
От имени всех личан вам адресуем искренние слова благодарности за успехи на благо процветания нашей страны. Традиционно совместное фото на память. Спасибо, приглашаем вас занять места в зрительских рядах. Вам аплодируют все присутствующие на празднике. Сегодня на весь мир мы решительно можем сказать, мы гордимся своим народом, своей независимостью, и какие бы испытания ни вставали на нашем пути, мы с честью и достоинством постараемся справиться с ними, потому что мы белорусы!
праздником, дорогие наши земляки! С Днем Республики Беларусь! Пусть сегодняшний праздник принесет в каждый дом счастье, радость и уверенность в завтрашнем дне!